Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на русском, на который я забил, открылся хрустальный сундук, вроде такой неплохой. Я решил все-таки паролить чуток героев. В принципе, мне они по сути не нужны, можно было бы на что-то другое потратить это все. Но у нас вот такой вот сундучок, в принципе, награды неплохие. Тем более здесь продают кристаллы, вот эти вот камни пламени для прокачки, плюс самики дают, плюс рунки, пятые сундучки замка, ну и, естественно, восьмая ремка. Почему бы и не забрать? Ну, огник за большой пак 70 осколков, честно скажу. И дня, по сути, за пак можно было получить вчера 4 героя на английском. У нас еще здесь есть дополнительная императорская кузница, там тоже что-то интересное, по-моему, продают. Сейчас посмотрим. Вот можно получить еще сундуки замка. 3 штучки. Ну, эмблемка. Пятая эмблема — это вообще ни о чем. Остальное все, честно говоря, не очень. 120 за 2 мешка с эмблемой. Смешно просто. Так, окей. Бога грома сегодня нет. Поехали. Попробуем что-то выбить. Интересно. Ну, давайте так на 50к, в принципе, нормально, чтобы забрать все награды. Но я все забирать не буду. Интересно просто посмотреть, как падают герои. Паладин. Супер. Душегуб. Уже мне нравится этот рандомчик. Ну, Афинка неплохо. Ну, давайте по 150. Сразу же призрачный всадник. Суккуб сравним с роллингом на US-ке. Там то же самое было, но там я вытащил Фрейю и Асуру по 150. Интересно, что у нас тут на русском будет сегодня. Крон, ну такое себе. Купидон. Но все-таки, как видите, по 150 тоже падают легенды. Я не знаю, правда, какой шанс там. Мне кажется, все-таки по 3 намного интереснее и больше. Так, тыковка. Фея. Ну, почти. Значит, скоро где-то будет у нас Фрея. Асура, вот так вот. Все-таки догоняем. Осталось только Фрею выбить. Чтобы унизить английский сервер по рандому. Думаю, вряд ли это на русском будет, хотя кто его знает. Еще у нас 30к самого осталось, поэтому все возможно. Еще одна Афина. Суккуб. Идем на повторный круг. Сейчас еще Асуру выбить. Вообще будет имба. Ну, в принципе, героя по 150 уже намного больше выпало, чем на английском сервере. Валька. И переходим на роллинги по 150. Ну, что я могу сказать? Русский сервер, как обычно, подкидывает какие-то жесткие рандомчики. Ледяной феникс по 150. Это у меня и все остальные фениксы отсюда упали тоже за 150. Просто вот так вот щелкал не по 450, а все по 150. Совпадение, не думаю. Поехали дальше. Однозначно уже круче. Правда, еще бы давали столько топовых акций, как на других серверах. Так, ну давайте, чтобы уже так тотально. Еще одна Афина. Ну это жестко, ребят. Надо еще какую-то имбу за 150 отсюда вытащить. Осталось 22 тысячи самоцветов. Атлант, ну чем не имба. Влад Дракула. Да, уж жестко одержимый. Блин, 30к и такие герои. Укротитель, смотрите, что делается. Да, такой роллинг не часто увидишь.
Да я его, в принципе, никогда не ролил по 150. Дед Мороз. Супер. Да, и слизни вроде падают. Надо было посчитать, сколько упало с 50К. Так, ну что, 12К? Мы даже в рейды не бегаем. Просто все по 150. Дракос. Ворожай, ну что я могу сказать? Жестко. Все очень жестко. И смотрите, магазинки в основном даже не падают. Реже герои падают, но Ара упал. Так, 7К осталось. Еще один ворожай. Офигеть. Что я могу сказать? Просто no comments. Ну давай, давай еще пару легенд. Бог Рома, ну это магазинка неинтересного. Да уж. Ну давайте до следующей легенды. Так, рыцарь, рыцарь, бульдозер, да что это делается? Одержимый, посмотрите, что пошло у нас. Бог Рома, все, пошла жара, ребят. Пора останавливаться, конечно, уже больше 50. Ладно, давайте еще хоть посмотрим, кто у нас там вылетит. Ну, давайте 450, 450. Фиг там, нам уже по 450 просто не дает. О май гад, что же делать? Заклинательница. Переролили мы немножко больше, то в принципе не страшно. Что я могу вам сказать? Это просто, ребят, жесть. От таких рандомчиков ролишь, блин, тысячи самоцветов, блин, сотни тысяч, и нифига не выбиваешь тут просто за мелкие по 150. Сейчас посмотрим, они у нас должны подсветить. А, они хотят подсвечиваться, у нас они все. Уже трили до Феникса у меня в запасе. Просто жесть. Это просто был адский роллинг. Надеюсь, всем так падает, как мне. Так, что там у нас получается? У нас вообще тут еще есть фестиваль фейерверков. Сейчас. One moment. В общем, вот так вот. Хочешь ли до Феникса, не хочешь, он все равно тебе рано или поздно упадет. Ну, мне, по крайней мере, падает. Не знаю, как у вас. Но прошлый коллекционер выпало немало. Сейчас еще пробежимся по акциям. Так, окей, это потом, если надо будет, поехали. Вот такие вот плюшечки вроде неплохие. Так, фестиваль фейерверков.
Еще здесь посмотрим, заберем сундучки и пооткрываем сразу же их. Да ты что? Сейчас мы тут... Легендарное яйцо, офигеть. Как мне их не хватало. Хоть самоцветом дадут. Сундук осколков даже дали. Конечно же неудачно, это же IGG, какая тут ковка может удастся. Так. Сундук замка. Четвертый, рвение, пятый. Какие подарки смешные, конечно. Так, окей, с этим мы разобрались. Так, так. Так вот, забрали, поехали, откроем, посмотрим, что же нам там все-таки упадет. Где эти наши сундучки? Вот они, четверочки. Ну, такое себе, десяточки. Так, вот тут вот поинтереснее должны быть награды. На английском я открывал, то вроде неплохо. Камни неплохо, рунка. Здесь особенно очень хорошо падают руны. Чудесно. Смотрите, вообще просто топчик. Еще и книги дали. Еще и коробочки. Но коробочки нафиг не нужны. Еще книги дали. Ну, в принципе, я вам скажу, довольно-таки неплохо. Так, что у нас тут еще такое есть интересное? Да, вроде все, больше такого ничего. Плюс еще 10к нам самов подогнали. Практически вышли в ноль. Если это можно так назвать. Так, это что у нас за подарки? А, это у нас с этого. Ну, давайте тоже откроем. Такое себе. В общем, вот так вот, ребят, такой вот у нас получился читерный роллинг по 150, не знаю, мне понравилось. Надо будет чаще практиковать. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ждите следующую еженедельку. Всем удачи, всем пока.